Наступило лето, значит, все дети и подростки могут отложить учебники и наслаждаться теплом и общением с друзьями. Теперь для этого не нужно далеко уезжать, все находится в стенах родных школ. Более 900 летних лагерей распахнули свои двери на базе подмосковных образовательных учреждений. Лагеря будут работать все лето в три смены. Во время первой, уже открывшейся, отдохнут свыше 72 тысяч мальчиков и девочек. Такой формат летнего отдыха очень востребован. Школьники проводят время весело и с пользой, а родители точно знают, что дети находятся под присмотром. Для ребят запланированы развивающие занятия, кинопоказы, проектные работы и познавательные экскурсии.